все мы здесь с Пашем, так. Всем привет, друзья, с вами я, Рэч, и сегодня, друзья, я вот сейчас пока что на грядках. Как-то, друзья, я вот встал и подумал, такой, а почему бы и нет, почему бы не заняться грядками? Сначала, друзья, мы сейчас все посадим, потом все семена закинем вот в компостер, вот прям как сейчас я и сделаю. А теперь, друзья, мы идем пшеничку превращать в вкусный хлеб. Хоп, а вот и хлеб. Хоп, сюда еще закинуть, и все, друзья. На сегодня, друзья, я закончил с грядками. Хотя, а может и нет. Я, друзья, планирую, наверное, все же к мэру сходить. Мы, конечно, к нему все ходим и ходим и ходим. Вот еще раз сходим. Туки-туки, мэр, я здесь. Как там с изумрудами? Потом скоро дам. Ага, потом это когда? Ну, потом, когда, потом. А потом это когда потом? Потом это будет потом, поэтому давай потом. Угу, потом так потом. Ладно, мэр, тогда я приду завтра. Да, друзья, как-то долго, и это все, оказывается, будет потом. Поэтому, друзья, ладно, что ж, завтра сходим к мэру, опять изумруды будем клянчить, так скажем. Рач, достал меня уже. Когда ж он отстанет от меня и все эти жители? Они не знают всю эту правду. Что... А на сейчас я приведу тебе коров. Опа-на, друзья! А я только что хотел коров сюда загнать. Вот я уже доски сломал. Вот это, друзья, понимаю. Так, погнали. Коровы, хотите пшеничку? Давайте ко мне. Сюда, давайте. Прыжочек, давайте. И 3, 2, 1. Я вас обманул. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Дадим им покушать. Держи. Плодитесь, коровы. О, кстати, друзья, здесь уже вечер, надо домой, друзья, тогда идти. Погнали, друзья, завтра надо к мэру прям с утра пораньше сходить. Вот красота, так, ладно, погнали домой. Мэр? А вы что здесь делаете? Рэч, я тебя ждал. Мэр, с вами все хорошо? А что вообще с вашими руками, мэр? Да, это так. Краска. Мэр, а что с вами? Черт! Мэр, что с вами? Черт, где? Что? Что за хрень? Почему? Черт! Так. Че это за хрень? Что с мэром? Что с мэром вообще происходит? Это что, так из-за изумрудов, что ли? Черт, ну я же это... Спокойно все так поговорил. Так, друзья, надо сейчас в броню одеться. Да ну нафиг, с таким мэром, друзья. Черт, мэр! Черт, как, друзья, спуститься? Черт, друзья, он то появляется, то исчезает. Черт, друзья, что за нафиг? У меня, друзья, есть рискованный сейчас план сходить к мэру прям. Прям к нему, друзья, домой. Потому что, друзья, у меня вообще нет других вариантов. Это, я думаю, самый-самый, ну, лучший. Просто не поговорить. Черт! Мэр, да чтоб тебе! Ладно, так, ну, луна сейчас, надеюсь, скоро зайдет, друзья. И после, надеюсь, это все пропадет. Черт, друзья, что за хрень? Так, я понял, друзья, я понял. Так, ладно, что есть, друзья, ему изумруды принести? Он же любит изумруды. Лучше все, да, все свои изумруды отдам. Это будет нормально, и он, надеюсь, успокоится. А еще, друзья, я ему скажу, что мне его ж не изумруды не надо. И тогда после этого, я надеюсь, друзья, он успокоится. Изумруды. Надеюсь, друзья, мэр будет доволен. Что, дверь? Дверь открыта у него? Стоп, не кажется ли? Это, друзья, кровь? Что? Что это, друзья, такое? Мэр, с вами все хорошо? Друзья, я вот так делаю, здесь вообще не открывайте, друзья. Мэр, с вами все хорошо или нет? Черт, друзья, черт, так наверх, срочно. Фу, так что это вообще за хрень? Почему мэр теперь начал левитировать? Так, друзья, я вот здесь спрячусь. Черт, друзья, что с мэром вообще происходит? Че он такой весь страшный? Боюсь спускаться вниз. Так, друзья, ладно, спустимся. Через страх, черт, друзья. Черт, так, друзья. Мне кажется, либо люк был закрыт. Люк, друзья, был закрыт, и это я помню. Так, может, туда просто положить изумруды? Точно, друзья, и это нечто, друзья, от меня отвалит. Так, ладно.
Мэр? Мэр, это вы? Мэр, что с вами? Привет, Стрэч. Мне нужны изумруды, я тебя отпущу. Прям правда, да? Вы это как? Да правда, правда. Спускайся. Так, хорошо, друзья, давайте спустимся. Мэр! Мэр, вы псих! Черт! Друзья, бежим! Бежим! Так, черт! Мэр! Не надо! Не надо! Нет! Нет! Черт! Мэр! 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 Мэр, вы где? Я не вижу! Черт, друзья, это уже, друзья, даже не мэр, это нечто какое-то реально. Изумрудов, друзья, у меня вот уже больше нет, он у меня куда-то их проглотил. Полностью, друзья, забрал себе. Ну-ка, что там, мне кажется, или там обычный мэр, или тот же. Думаю, друзья, надо сходить и проверить. Так, здесь уже света нет, друзья, это уже плохой знак, это очень плохой, друзья, знак. Так, мэр, так опять. Мэр, это как? А с вами все хорошо? Не особо, черт, друзья, посмотрите. Черт, друзья, черт, это... Ну нафиг, друзья, все, это уже официально не мэр, это нечто, друзья. Так, ладно, я предлагаю пойти домой. Все, друзья, светлеет, наконец-то. Сейчас, друзья, будет ярко, светло, это нечто пропадет, и, друзья, будет все хорошо. Ну что ж, друзья, заходим. Черт! Это кто? Мэр! Он здесь! Он здесь! Ему плевать! День-ночь, он в любой момент так... Рекс! Нет, меня так просто не убить, Рекс! Убей этого чудовищного мэра! Черт! Ах ты, тварь! Умри! Умри, падла! Умри, чудовище! Черт! Так, быстрее! Так, сохраниться, Фу! Так, сидеть. Все, Рекс, надо тебя спасти. Главное, самому не сдохнуть. Есть. Так, ты не сдохнешь, Рекс, не в мою смену. Ну, да, с кем не бывает. Ладно, друзья, не забудьте подписываться, ставить свои лайки. С вами был, друзья, я, Рэч. Всем удачи и всем пока.